Jump into the heat, spinning on our feet, in a typical of me, you and me, caught up in a dream. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Jumpin' Donuts. Как у вас дела, ребята? Наконец-то я начинаю снимать какие-то видео. Спасибо. Короче, я не знаю, какой по счету, но это точно один из новых видео в этом году. И это сейчас февраль. Да, за это время я как бы взяла, можно сказать, отпуск или выходные дни, или vacation, как бы от своего канала. Чуть просто, мне кажется, нужно было немножко взять момент и отдохнуть, да. И за это время я, получается, много косметики приобрела и много техник, можно сказать, использую. И, конечно же, я хочу вам показать мою новую косметику, которую использую. Так что вот, сегодня будет макияж туториал на этот мейкап лук, где многие называют это Кайла Дженнер макияж, кто-то называет Ким Кей Кардашьян, не знаю, Кардашьян. Ну, не знаю, я лично считаю, это просто где использовать нейтральные оттенки теней. Ни красные, ни зеленые, ни синие. Просто нейтральные красивые цвета, которые можно использовать на каждый день. Да, здесь моя собачка играется. Так что давайте приступим, я вам покажу, как этот макияж делается. Я всегда начинаю свой макияж спреем из Smashbox Primer Water, который убирает красноту и успокаивает кожу. Следующий идет Primer Oil от Smashbox. Наношу только 2 капли и наношу только в те места, где могут быть поры и сухие участки кожи. Для тонок я сегодня буду использовать Too Faced Born This Way. Мой цвет называется Warm Beige. В последнее время мне очень нравится эта тоналка, потому что она не тяжелая на коже, но хорошо покрывает все. Сегодня я впервые буду использовать контурную палетку от Anastasia Beverly Hills. В первом начале этот цвет Light Sculpt и буду использовать кисточку для консилера. И начиная с линии волос, я наношу его на верхней части скул. И поднимаясь выше, наношу по линии волос также и где лоб. И, конечно же, контурирую подбородок. И все, что осталось на кисточке, я буду контурировать этим мой нос. Таким образом, избежим очень такого темного контурирования носа. И все растушевываем бьюти-блендером. Для консилера я буду использовать Tarte Maracuja Concealer. Я вначале наношу его на пальчики, даю немножко растаять, а потом только наношу под глазами. И, конечно же, растушевываю бьюти-блендером. И чтобы все хорошенько закрепить, я буду использовать Laura Mercier Translucent Powder. Будем делать технику бейкинг. Наношу бьюти-блендером под глазами. Желательно побольше, чтобы немножко осветлить, немножко под глазами тоже. Так, я все оставляю на несколько минут, а пока я буду делать брови. А потом только будем растушевывать. Я немножко перемотала, где там брови, потому что очень много времени занимает, и вы тем более уже знаете, как я делаю брови. Нет, я скоро выставлю видео, так что будет круто. Так, с бровями уже все, давайте растушуем все, что осталось у меня на лице большой кисточкой. Так, беру контурную пудру от Anastasia Beverly Hills Fun и будем оттачивать все, что мы нанесли до этого. Получается, немножко контурирую нос, а потом, конечно, растушевываю большой кисточкой. Все буквально так же, там же выше скул, по линии волос, подбородок. Как же без хайлайтера? Я буду использовать Anastasia Beverly Hills So Hollywood. Я вначале наношу спрей на мою кисточку, чтобы дать немножко больше эффекта с моим хайлайтером. Теперь беру бронзатор от YSL номер 20. Правда, я его буду использовать как румяна, потому что он такая оранжевого цвета, а как бронзатор оно вообще не пойдет. Так что я его использую как румяну. Теперь приступаем к глазам. Я сегодня буду использовать Kat Von D Shade Light палетку. Для начала я буду использовать на все века эти тени, которые называются Laetus. Дальше беру тени Samael. Но я его просто называю контурный цвет, переходной цвет, transition color. Наношу его от внешнего угла по складку века. Чтобы рисовать дальше, мне нужно начертить под глазами карандашом NARS. Таким образом, мне легче дальше рисовать, чтобы было нормально, красиво, прямо. Дальше беру тени Succubus. Правда, я не знаю, правильно ли я произношу. Еще раз, наношу его на внешний угол глаз и потихонечку растушевываю вовнутрь, но не слишком. Я до середины вообще не дохожу. Дальше я беру тени эти черные, которые называются Shacks, наношу его примерно как будто бы я подвожу под водкой. Так что я стараюсь много не увлекаться этим черным цветом, чтобы не сделать такой smokey eyes, а сдержаться и оставлять это
как будто бы это смоки подводка. Из палетки от Anastasia Beverly Hills Couture Palette я беру цвет Шик, наношу его на внутренний угол глаз. Как вы видите, я обожаю использовать свои пальчики. Тушь у меня от Marc Jacobs, жидкая подводка у меня от Stila, которая моя самая любимая. Будем подводить мои глаза этой подводкой. Сори, ребята, у меня батарейка села, а я уже красилась. Я уже сделала себе ресницы накладные и уже накрасила свои губы. Для губ я использовала Color Kill, цвет называется Playmate, офигенный просто цвет. Спасибо огромное, ребята, что посмотрели мое видео до конца. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и, конечно же, подпишитесь на мой канал. А мы с вами увидимся на следующем туториале. Спасибо, что посмотрели мое видео. Пока-пока!